Здравствуйте, уважаемые подписчики и случайные слушатели. Сегодня я расскажу о очень простом домашнем тесте, который позволит косвенно понять, в каком состоянии находятся сосуды вашего головного мозга и ваш вестибулярный аппарат, который также зависит от сосудов головного мозга. Если в результате этого теста вы обнаружите какие-либо нарушения, то есть вы не пройдете тест, естественно, обратите внимание на свои сосуды. Начинайте работать с народными рецептами. Очищайте сосуды, проверяйте сосуды. В общем, не упускайте этот начальный момент проблем с сосудами головного мозга. Ну а теперь сам тест. Он очень простой. Встаньте, немножечко вот так стряхнитесь. Далее, необходимо прикрыть глаза, сжимать их не нужно. Руки ставим вот так, в разные стороны. Далее, ноги ставим вот так. Все, с закрытыми глазами, с распростертыми в стороны руками, так стоим. Если вы в этом положении смогли простоять больше 15 секунд, значит уже хорошо. Если вы смогли простоять 30 секунд, это классно. Если вы так можете стоять минуту и больше, значит ваши сосуды полностью здоровы. Если же вы сразу начали шататься, если вы теряете равновесие, если вы пытаетесь открыть глаза, чтобы не упасть, значит у вас проблемы. Начинайте их решать.